Всем привет! Итак, очередная игра для программистов. Короче, вот она в Steam. Называется Adventure Land: The Code MMORPG. Короче, я в ней чуть-чуть побыл. В основном на сайте у них лазил, читал, ну, такое, вечерком документацию. И решил запилить видосик. Ну, тут что-то кодить надо, судя по всему. Такая RPG. Вот, скрины, да. Короче, запустил я ее. Вот она. Там просит пароль, почту. Ну, ничего страшного. Можно ввести, короче, вас сразу пускают. Вот. Она на английском языке, но тут такой, он не особо сложный, можно понять. Вот. Итак, что это у нас? 3600. После 50 тысяч цифровых продаж, короче, копий, собирается эту игру в Open Source. Она стоит около 8 баксов. 50, это сколько? 400 тысяч баксов. Ну, Steam там возьмет, ну пусть 25%, это сколько, останется 300 тысяч, потом это ему где-то сервер держит, ну короче, 1200 хочет заработать, если не 150. Короче, пофигу. Вот, смотрите, что я вычитал в... Есть сервера, ну, в доке, да, там, сервера разные есть, на сервера можно переходить, и ваш, как бы, типа, игрок, ну, появляется в том же месте, на котором вы были в предыдущий раз, но на другом сервере. Есть PvP сервера, где можно PvP-шиться. Вот. Можно играть до 3 персонажей одновременно. Я так понимаю, еще можно из веба играть версии. Вот. Вот можно New Game Window нажать, и откроется новое окошко. И так вот 3 окошка можно открыть и 3 персонажами. Вот. Короче, давайте перейдем к делу. То есть тут, в принципе, долго можно искать, ну, точнее, не искать, вот это все рассматривать, документацию и прочее. Что это такое 100%? Все было загружено. Ладно, вот я персонажа создал, торгаш. То есть я прочитал еще в той доке, что есть торговцы и всякие воины. Вот. Торговец только для торговли, а воины, понятно, для войны. Поэтому давайте создадим, например... Фрислот, имя, давайте cppProsto. Так, воин, паладин, маг и приезд, блин, забыл, ладно, пофиг. Давайте выберем воина. Мерчан, это, по-моему, тот, кто продает. Рейнджера нам роги. Подожди, тут пишут. Идеал ассасин, короче, идеальный убийца. А рейнджер? Арчерс, экспекторы. Короче, это типа разведчик, походу. Ну, лучники и прочее. Короче, давайте... не, смотри, тут же вот все виды. Все, тюм, я понял. Воин, сильно у него, блин, кого, давайте вот, не, воина, короче. Так, доступные у нас черненький, беленькая, желтенький, черненькая. Ну, давайте желтенького возьмем. Так, рейд. Вот, создан был персонаж, идет коннектинг. Итак, блин, давайте я отключу эту музыку, что-то она меня напрягает. Фух, аж в голове тише стало. И сейчас, тут громкость не регулируется, вот. Не, ну вы можете отрегулировать, а я не могу, потому что все, наверное, будет плохо записано. Короче. Так, что у нас тут есть? У нас есть туториал. Вот, 6 из 7. 6 из 7 это я, когда этого торгаша создал, я прокликивал, короче, проходил этот туториал. Вот, он, то есть здесь у нас описаны, да, какие-то моменты, когда вы запустите, и надо будет их пройти. Ну, например, вот давайте, чтобы этот завершить, что надо сделать? Написать какой-то кусок кода. Давайте напишем вот этот. то здесь используется JavaScript. Так, давайте код возьмем. Не, наверное, не этот. Давайте вот этот. И выполним. Так, move, execute, execute. То есть, как вы видите, мой персонаж смещается по координатам по Y на плюс 10. Вверх, а теперь вниз. Вот, поэтому, как вы видите, вот уже дан. То есть у вас туториал будет с 1 по 7, да, и в каждом есть такие подпунктики, и будет написано, что надо сделать. Ну, в основном то, что у меня было, да, это кликнуть на скиллы, то есть посмотреть, какие есть скиллы, кликнуть на travel, кликнуть на вот это вот, и все такое, и все такое. Вот, тут правой кнопкой это атаковать, левой ходить, вот. Код пишется здесь на JavaScript. Была такая игра Scripps, я еще делал на нее обзоры. Там тоже на JavaScript, и там тоже можно писать скрипты, логику и все такое. Здесь тоже, но судя по всему, игра сейчас находится в стадии разработки. То есть как бы какого-то релиза еще, ну, какой-то версии не было, да, то есть что-то оно подливается, что-то тут есть. Вот, потому что некоторая документация, например, вот если мы кликнем guide, да, документация, она скудновата, либо где-то написано, например, что в процессе, да, там. Так, давайте guide и давайте basic, the basic. Что тут the basic? Какие-то основы немного расписаны. Так, давайте посмотрим, например, all items. Все предметы. Все предметы. Вот я смотрю шлем какой-то, кликаю левой кнопкой, и здесь у меня всякие варианты. То есть фишка в чем? Шмотки, да, там, и оружие можно улучшать. Соответственно, вот это улучшенный шлем плюс 1, плюс 2, плюс 3 стат. Это сила, по-моему, и броня 7, да, увеличивается. И так дальше. То есть максимум его можно увеличить. А, плюс Z. Что это такое? Плюс X, плюс Y, плюс Z. Это, наверное, максимальный уровень. 284 миллиона золота. Что-то с экономикой здесь, конечно, не то, потому что, ну, уже сумасшедшие суммы. Вот. Поэтому непонятно почему. Ну, все, видимо, в процессе разработки. Но, тем не менее, вроде бы прикольная игруха. Я не играл, времени нет. Короче, это мы нажали guide, да, там все предметы. Все монстры, давайте посмотрим, какие есть монстры в этой игре. Это, наверное, самый злобный. Ох, не XP, это жизнь у нее столько? Подожди, тут, наверное, не только с экономикой. Давайте самого мелкого возьмем. ХП, чё, 12 тысяч жизней? А, не, вот, тю, блин, это опыт XP, видимо, а жизни вот ХП. 40, окей. А у самого, ну, наверное, я предполагаю, что самым... Ох, нифига себе. Сколько тут? 120 миллионов жизней. Нифига. Нехило. Урон у него 2910. Атака, да? Вот что с него может выпадать, ребятки. Какой-то ключ. Интересно, а что еще? Конфетки, конфетки, ключи. А ну-ка. Монстры. Давайте выберем какого-то дракона. Что с него? Яйца какие-то? А это что? Это какая-то хрень. Lunar Maze. Сила 6, урон 30. Падает с... Надо купить какой-то свиток. Ладно, неплохо, неплохо, интересно. То есть надо бегать, находить монстров, валить их. С них будут падать шмотки. Так, а что еще? Ну, это все монстры, да? Год, давай. Лимит. А, да. Короче, здесь есть определенные лимиты, да? Допустим, что мы можем? Вы можете... Так, 3 персонажа и одного этого продавца онлайн. То есть, я так понял, 4, да, получается, клиента можно запустить. То есть 3 персонажей и 1 продавец одновременно могут быть в онлайне. Вот. То есть вы можете открыть три окна и, короче, играть. Вот. Так, есть какие-то лимиты по кодиаре, да, как в скрипсах были лимиты, и здесь какие-то лимиты. Ну, я тут уже не учитывался. Вот. Если вас это зацепит, то, конечно же, вы это все почитаете. Я так почитал, то я так понял, что здесь вечерок-два посидеть, и, в принципе, уже можно разобраться, что к чему. Ну, более-менее можно начинать играть. Так, предметы. Смотрите, здесь тоже вот, в принципе, ну, неплохо составлена документация, но местами ее нет. Пишет, что в разработке. Маркируются итемы. Вот слева в углу пишет, показывает уровень предмета, да, который есть. А цвет там меняется, ну, к большим уровням. Да? Чем выше уровень, тем круче предмет и тем там красивее, я так понимаю, будет меняться. Вот 8 уже. Показываю, что предмет получше, да? Справа внизу качество предмета и все такое. Короче, я это все вычитывать не буду. Вот, можно предметы улучшать. То есть можно купить шлем, можно купить свиток, например, и из этого всего добра сделать улучшенный шлем. Вот я левой кнопкой кликаю, и вот я хожу по городу. Инфо, что в инфо? Skills, ну это я не буду, это если кому надо, то тут почитает. Используется здесь JavaScript. Вот. Насколько я еще понял, можно здесь несколько, ну как в скрипсах было. Я там писал, был основной файл, и я, короче, мог фигачить код. То есть здесь тоже можно, тут где-то оно сохраняется, можно во внешнем редакторе открыть и писать. И здесь есть какие-то слоты. 100 слотов доступно, я так понимаю, 100 различных вариантов этого файла или... Особо не понял. Ну, опять-таки, я не думаю, что это сейчас прям важно. Моя задача вам показать, вот что есть такая игра, в которой можно кодить. До кодинга мы сейчас дойдем. Ну, как дойдем? Я покажу, где это. Я сам тут немного знаю. Это то, что читал. Так. Маппинг, маппинг. Это кнопки. Кнопки. Left. Ну я понял, то есть действие на кнопке, короче, вот, на кнопке движения, запятая, сохранить, S, что-то непонятно, U, что такое U, класс Warrior, это открывает, что это открывает, наверное, мои характеристики, я U нажимаю, окей, 1, это использовать, я так бутылочку с этой, с восполнением жизни. Так, дальше, смотрите, здесь еще travel. Travel это можно пойти ко всем NPC, да, которые здесь есть. Можно пойти к монстрам. Вот. Можно еще куда-то в разные места пойти. В Winterland. Таверна. Вот, я нажал таверну, и он потулил в таверну. Ну, короче, мне туда не надо. А он все равно идет. А я не хочу. Ну, ладно, давайте зайдем в таверну. Итак, внизу мы видим ману. Ух ты, это что такое? Это, короче, таверна. Левой кнопкой кликнул. Это, наверное, типа автомат по вытягиванию бабла. Не, я чуть не хочу. Давай вот левый... Hello. Да, это, короче, игра... да, это игровые автоматы. То есть я могу в них пошпилить и что-то выиграть. Ну, давай подойдем. Походу рабочий только вот этот автомат. Не, нафиг, мне это не надо. Так, вон какая-то каморка. Попробую туда зайти. А это... Вогью. Деггерс. Ты что, ножи? Не. Давай. Так, левой кнопкой клика не... Правой кнопкой кликнул. И зашел. Ну, короче, сыровато, да, игра сыровата. Надо валить отсюда, то я ничего не знаю. Вот. Но прикольно. Ну, по крайней мере, мне больше нравится, да, если сравнивать с Крипс, крипышей тех и вот эту, то это вроде так посимпатичнее и, ну, поприкольнее. И он где-то в своей доке упоминал скрипсов. Он говорит, ну да, у меня типа, короче, здесь надо писать на JavaScript, похожая фигня есть в скрипсах, да, там, вот, ссылку оставлял. Итак, что еще, что я знаю, да, здесь можно обновлять шмотки, да, то есть надо купить шмотку и свиток. Ну, например, давайте купим шлем, ну, шлем. Я правой кнопкой. Не, левой. Нет, правой. А, у меня золото 0. Голды по нулям. Я понял. Фигово. Короче, можно покупать шмотки, улучшать и все такое. Давайте код. Смотрите. Вот это, я так понял, это чисто тут через ентеры. Можно что-то понаписывать, знаете, ну, такие какие-то функции, которые вот мелкие какие, хрен его знает даже. Ну, здесь оно не сохраняется, оно вот здесь как бы ты написал и все, да, то есть оно ни в каком файле, ничего. Может быть, это какие-то быстрые, можно здесь написать функцию там и выполнить ее. Можно, хрен его знает для чего это. Может быть, тут можно подгрузить модуль какой-то, да, что ты закрываешься, да, там. Понаписывать модуль, ё-моё, и подгружать их. Короче, не знаю. Основная кодяра вот здесь, я так понимаю. Вот, то есть есть какой-то цикл. Вот, setInterval. И что здесь происходит? Да, я немного посмотрел вот эту вот бороду. Форматирование чуть-чуть здесь не очень. Вот, так вроде норм. Итак, это, я так понимаю, setInterval, это основная функция. Вот. То есть в данном случае этот цикл выполняется каждый 1 разделить на 4 секунды. Да, там, ну, сколько? 250 миллисекунд получается. Каждые 250 миллисекунд. Вот. И вот здесь написано кодяра, да. То есть можно подгружать модули. Вот, их можно понаписывать. То есть, смотрите, здесь есть справка. Guide мы возьмем, например, и кода docs. И можем, например, доступные функции. Какие есть доступные функции? Ну, давайте посмотрим здесь. Что здесь? Здесь use hp or mana. Давайте напишу use. Подожди-ка. Use hp or mana. Вот функция. Кликаем. И здесь исходный код этой функции. Ё-моё. Где она была? Use hp or mana. Вот. Исходный код функции. То есть эта функция, судя по коду, да, использует скиллы. Использовать ману и использовать хп. Восстановить жизнь и восстановить ману. Вот. И использует это в том случае, если максимальное текущее делим на максимум. Ну, типа в процентах получается, если 20. А почему тут много таких ифов? Непонятно. Ну, короче, есть исходный код. То есть по каждой функции вы можете посмотреть. Вот use skill, например. Исходный work in progress. Да. Is paused. Просто проверяется, на паузе игра или нет. Пауза. Parent пауза. Вот. Вот. И, короче, это, я так понимаю, самая главная функция, да, где крутится основной цикл. Вот. Хотя, почему? Можно же несколько таких, наверное, функций написать. И что-то будет происходить. А давайте, если я напишу каждую секунду setInterval setTest. Не, мне кажется, фигня. Короче, я не дочитал этот код. Не беспокойтесь. Просто установить атак моду в true. Ну, это я понял, да. Если я в true переведу и запущу эту кусок кода, то получится... Он будет атаковать всех в округе. Так, давайте я попробую вот так вот сделать. Сохраним. Empty. Ух ты. 1, 2. Это сколько слотов или что? Ладно, давай вот сюда я сохраняю. Сохранилось оно или нет? Непонятно. И чё? И ничего. Он не перемещается. Давайте-ка я сделаю вот так вот. Так, а как тут коммент? Так, не коммент. О, как в C++, да? Можно весь кусок кода. Давайте я попробую. Так, save. Save. Load. А, вот, сохранила и... Вот он пошел. Да, походу почему-то только вот эта функция применялась. Ладно, короче, тому, кого заинтересует эта игруха, тот, я думаю, разберется. Теперь смотрите, давайте-ка я сохраню. Сави. Засавилось, нет? И нажмем вот внизу кнопочка Engage. Это значит, мы запускаем кодяру эту. Погодьте, переведу в true. Вот так вот. Сави нажмем еще раз. Выберем один. Сави, Сави. Вот, а так мод. Получается, что у нас, если... Ага, восполняет себе жизни. Лут вызывает. Это лутает, значит, предметы. И если не атак мода, не умер персонаж и не двигается, то возврат, да, ничего не делаем. Иначе, если персонаж жив, не двигается и режим атак мод, то get targeted monster ищет. А, если в таргете, ну, в выбранном, короче, это, в цели какой-то монстр, если его нету, то... то ищет, видимо, монстра. Таргет, так понимаю, это какой-то объект, который, да, там отвечает за захват цели. Вот, потом двигается к этому объекту. Вот, двигается, двигается. А, вот, is in range есть функция, да, если не в области досягаемости. Иначе, если он в области досягаемости, по идее, вот, если можно атаковать эту цель, то setMessage и атакует. Все, давайте-ка я запущу кодяру. О, вот он, погнал. Так, нажму Escape и скрывается эта ерунда. Давайте я скрою еще кей... Не, а как вот эту штуку скрыть? Маппинг. Уровень получил, походу. Как мне скрыть маппинг? Как-то можно было скрыть? Я же его как-то открыл, правильно? Бэк. Непонятно. Или его не надо скрывать, а ну просто здесь торчит код. Короче, вот так вот можно... с помощью вот этого куска кода, да, получается, мы можем поставить, и пусть он фармит. О, Escape нажал, и маппинг этот скрылся. А что это было? Подождите, я, наверное, вот тут нажал. Вот тут, вот тут. Короче, непонятно. Ладно. Смотрите, фармит, ну, собирает баблишка. Убивает монстров, то есть можно пойти и спокойно попить кофейку, чайку, оставить, пусть фармит. Только что-то он постоянно, я смотрю этих. Сейчас я, вот, можно нажать инвентарь и смотреть, сколько у тебя этих. Смотри, он постоянно использует эти лечилки, хотя не надо. Давайте подправим. Так, короче, остановим выполнение, и надо проверить жизнь. А как узнать жизни? А знаете, как я узнаю жизни? Я сделаю вот так. Нажму guide. Нажму код, функции, use, hp mana. И вот здесь было вот hp. Сколько у меня сейчас жизни? 1000. Давайте сделаем по-простому. Если хп меньше, чем 900, а как тут или вот так вот, или мп, сколько там, 130, меньше 20, то только тогда использовать функцию. Так, я вот тут непонятно. А, вот пишет, сохранила. 1.js. Короче, где-то сохраняет эти файлы. Ну чё ты, давай. Сейчас посмотрим. По идее, он восстановить жизни должен только тогда, когда будет меньше. Не, вроде работает. Смотрите, он не использует. Просто эти бутылочки же денег стоят. Меньше, чем 900. Тут, когда будет меньше, чем 900, то, по идее, он... Итак, смотрите, нажимаю, на что я нажимаю? На свой ник. cppProsto. Вижу свой текущий уровень. Вижу... А, код active. Это означает, что сейчас код работает. Инспект. Что такое инспект? Это что-то джейсоновское, да, походу? Ё-моё, сколько тут датки всякой. Зачем оно, непонятно. Но, может быть, и надо. Ага. Тю, блин, зачем? Это же можно узнать. Вот я бы нажал инспект, и я могу посмотреть, какие, да, есть свойства, чтобы обратиться к ним. Вот. XP есть. Потом HP где-то должно быть. Вот. Давайте-ка я кликну на какого-то вот чувака. Инспект. Враг, да, какой-то? Docs, Monster Object. Ага, вот. По монстрам. То есть можно получить таргет, я так понимаю, если это враг. Ну, типа монстр. Можно у него тоже, вон, посмотреть кучу всяких, ну, свойств, узнать, какие есть свойства, и непосредственно к ним обращаться, и уже там что-нибудь делать. Так, ну вот он лупит людей, ой, не людей, этих, каких-то монстров. Difficult, это, видимо, сложность. Easy просто, да. Нажимаю инвентарь. Смотрите, у меня в инвентаре 3000 золота. В принципе, можно пойти что-то купить. Хотя там, по-моему, мало все стоило. С экономикой, да, тут что-то напряг какой-то. Так, инвентарь. Инвентарь я могу свой открыть, типа рюкзак. Потом cppProsto я могу посмотреть, что на мне сейчас одето. Угу. Кликнуть, посмотреть. Вот, blade, что это? Кинжал, не кинжал. Хрен его, ну, короче. Нож, ну, это не меч. Так, увидеть, что у него урон 15, дальность плюс 5, рейндж, да. Апгрейдабл, это значит, что его можно улучшать. Тапочки и кепка. А что вот это? Good luck, какая-то удача. From Джинарму какой-то. Ладно, давайте прекратим валить бедных зеленых чувачков. Давайте код я остановлю. Все. Наверное, надо добить правой кнопкой. Во. 117. Так, кто это такой? Я могу скрафтить, короче, создать или разобрать вещи для тебя. Вот. Есть рецепты разные. Что это такое? Ничего себе, компьютер. И что он дает? Расширяет возможности кода. Может, слотов добавляет? Круто. Примордиал какой-то, не знаю, что это такое. Так, он может скрафтить, да? Дальше он может переработать, правильно? Наверное, да. И что он еще может? И он может скрафтить... А, это рецепты. Это, наверное, разобрать, да? А это типа предлагает... Значит, торговлю не, мне не надо. Что еще тут увидел? Тут есть... О, там есть банк еще, там можно баблишко хранить. Так, токены какие-то. Можешь найти в PvP. Ага. Ежедневные битвы какие-то происходят. Я так понимаю, в пещере. Правой кнопкой нажимаю, зашел в пещеру. Ух ты. Ой, хард валим. Я кликнул на вот этой фигне, которая ползла. Мне показалось, что оно хард. Ну вот здесь, да, там. Вот в таргете показало. Так, это кто? Таргет. Какой-то хрен. Жизни у него много. Это изи, смотрите. 50 тысяч жизней. И это изи. Это, наверное, типа тренировки. Но мне это не интересно. В принципе, неплохая, да? Ну, мне, по крайней мере, ну, вот, можно сказать, не то, что понравилось, но привлекательная игрушка, на мой взгляд. Вот. Как она развита, непонятно. Давайте сходим вверх. Что тут еще есть? Хун какой-то. Здорово. Что-то можно поменять. Не, мне не надо. Город, я так смотрю, не особо большой. И я так понимаю, тут все это написано на JavaScript. Ну и не только этот стимовский клиент можно использовать, да. Веб тоже. Но веб я не пробовал. В принципе, вроде бы ничего. Можно кодярить на JavaScript, его немного изучать. Он в своих доках где-то писал, что, мол, да, тут все легко и просто. Короче, давай, начинай. Шазам. Что за Шазам? Шазам хард. 14 миллионов жизней. А, это типа, если ты случайно вольнешь. Ладно, давайте еще попробуем куда-то сходить. И все. И думаю, в принципе, вы поняли, что это за игра и что тут можно делать. Да? То есть тут надо разбираться. Это надо каждый день не сидеть, например. Разбираться, потом вам рассказывать, а вы это смотреть не будете, поэтому... Underground, под землей или что? Банк. А, в банке что-то, чтобы открыть счет, надо то ли 40 миллионов золота. Ну, короче. Не, ну я думаю, он экономику подправит. Ну, потому что это не дело, как бы. Ладно бы игра уже была бы там лет 10. О! Тут разные локации есть. Вон оно что, ребятки. Прикол. Короче, да, вот travel, и тут можно в разные места шариться. Wizard, это что-то волшебников. Крип, что такое крип? Крип. Ну, можно подучить английский, да, какие-то слова. Волшебников, крип. Сейчас посмотрим, куда он пойдет, и... На этом все. Волшебников криб. Краб? Не, вот пещера, может, это сюда. Точно. Так, волшебник, wizard. Help. Привет. Задонатить. 10 миллионов? Подожди, а за что? Типа я могу сохранить или что? Короче, не, у меня нет таких денег. Блин, разраб, делай что-то с экономикой. Не, ну без разницы, если все относительно. Но просто, когда оно сразу... Ты заходишь, уже все в миллионах стоит. Ну, это как-то непонятно. Короче, все, ребятки. Небольшой обзорчик сделал игры. Вот, называется она Adventure Land: The Code MMORPG в Steam, ну и в этом вебе тоже можно. Отзывы положительные, очень положительные, 91 отзыв. Дата выхода 19 год, то есть игре уже 2 года, да, там 20, ну да. Поэтому играйте, изучайте программирование, код, начинайте кодить на JavaScript, ну и все такое. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки, пишите комментарии свои. Подписывайтесь еще на меня, кстати, чуть не забыл, на Рутубе и на Яндекс Дзене. Очень будет круто, если вы подпишетесь. И даже, может быть, что-то посмотрите. То есть ролики у меня выходят там и там, на 3 площадках. Ну а теперь точно все. Всем спасибо за внимание, всем пока.